Здравствуйте, участники 5-й лиги христианской футбольной лиги. К вашему вниманию сейчас я сделал последний анализ в этом году, 26-го тура, который у нас оканчивал этот чемпионат. Итак, начнем с первого матча. Голливуд играл против команды «Легион» и уверенно обыграл ее с счетом 4-0. По дублю сделали игрок Подберезный и Хатымский. Ну, как я предполагал, в этой игре так и должно было произойти, потому что Голливуд команда немножко по уровню лучше, техничнее, и никаких сложностей команда «Легион» не оказывала ей. Поэтому в первом тайме они выигрывали 3-0, и во втором укрепили этот результат еще одним голом. Ну и как итог, «Легион» упускает возможность играть ничью, и сейчас уже можно сказать, что по итогу сыгранных 26 игр занимает 11 место с 20 очками. Но я думаю, что это лучший результат, чем тот, который мог быть у них раньше, потому что они чуть усилились, улучшились в конце сезона и оказались действительно в том месте, где им не страшен вылет из этого чемпионата. А вот «Голливуд», команда, которая действительно у нас очень много в этих последних турах старалась и достаточно хорошо обыграла своих противников и также очень уверенно сыграла со столицей, благодаря чему она сместила столицу с первого места. Ну и заслуженно, наверное, сейчас оказывается на третьем месте. И у нее 56 очков. Я думаю, что ребята молодцы, постарались под конец сезона и сделали все возможное, чтобы действительно получить медали. Молодцы, я их поздравляю с этим. Итак, следующая игра. Команда «Борисполь» против команды «Просторы Украины». Ну, в этой игре одержала победу команда «Просторы Украины». Не такая уверенная, но тем не менее результативная, 3-1, как я думаю. И «Борисполь» еще более-менее сопротивлялся в первом тайме. Игра была относительно равная, счет 1-1. И во втором тайме, наверное, «Просторы Украины» задумали, что-то изменили. И как итог, забили еще два гола. Это сделал игрок Ткачук и Швалюк. Ну, благодаря им, наверное, «Просторы Украины» взяли победу, благодаря которой они сейчас в конце чемпионата оказались на шестом месте и имеют 36 очков. Я думаю, что действительно неплохой результат для команды, потому что, зная их и зная то, что у них были сложности, иногда и с тем, чтобы приехать на игру, иногда с тем, чтобы правильно подобрать кадры на игру, но, тем не менее, шестое место заслужено. А вот команда «Борисполь», к сожалению, сейчас находится у нас в 13 месте. Это зона вылета практически, потому что две команды по окончанию чемпионата выходят из лиги. Но, тем не менее, что могу сказать, что у «Борисполя» есть хорошие игроки, которые действительно, несмотря ни на что, приезжали на игры, старались и боролись до последнего, но, тем не менее, что-то им не везло. Наверное, у них плохой старт сезона. Может быть, немножечко не хватало тех людей, которые помогали им. И поэтому, к сожалению, такой вот результат. Но я похвалю команду, потому что действительно «Борисполь» — это команда, которая заслуживает уважения. И я хорошо к ней отношусь. И думаю, что в следующем году, если она заявится в наш чемпионат или какую-то другую лигу, у нее будет все намного лучше, и результаты будут также гораздо лучше, чем в этом году. Итак, следующая игра не состоялась. Команда «Гвадаладжара» против команды «Профлайн». Тут техническая победа «Профлайна». И ссылаясь на этот результат, можно сказать, что «Профлайн» замыкает на 7 месте середину нашей турнирной таблицы. И я думаю, заслуженно, потому что команда заявилась на наш чемпионат не с самого начала, а где-то после середины. И достаточно хорошо себя показывала, так как играла уверенно и с лидерами нашего чемпионата, и с аутсайдерами. И действительно, та команда, которая благодаря слаженности действий действительно очередной раз или удивляет, или просто заслуженно обыгрывает своих противников. Ну, «Профлайн» молодцы все-таки, 29 очков, 7 место, я думаю, не зря. Вот «Гвадаладжара», которая у нас снялась с нашего чемпионата, практически до последних 8-9 туров, она последнее место занимает, у нее 6 очков. Да, конечно, это, я бы сказал, та команда, которая в нашем чемпионате единственная, которая действительно очень умело и грамотно всегда играла в защите, то есть практически самая сильная защита у нас была именно у этой команды. Да, не всегда у нее получалось, но тем не менее противникам достаточно было сложно пройти оборону. И я считаю, что «Гвадаладжара» должна была как-то продумать и под конец все-таки не сниматься, а постараться собраться силами, собраться духом, побороться за очки, побороться действительно за места в этом чемпионате. Не просто так уже из-за нее у многих команд технические победы. Но тем не менее,
Я думаю, в следующем году будет все намного лучше. Пожелаю удачи обоим командам, профлайны продолжали. Я думаю, все у них будет хорошо. Следующая игра команды «Галактикас» против команды «Юнион». Уверенно обыграла команда «Галактикас». Как я предполагал, действительно, благодаря игрокам, которые практически всегда делают всю игру в «Галактикасе», это игрок Зеленский, который в форме 4 гола и сделал это фактически за очень короткий промежуток времени, с 36-38 минут он забил 3 гола. Я думаю, это действительно хороший показатель, и «Галактикас» молодцы, потому что 3-1 они выигрывали в первом тайме, с таким же счетом играли во втором. И я думаю, что это действительно та команда, которая сейчас может усилиться за зимний такой перерыв и играть более уверенно в следующем году. И уже исходя из этого результата, можно сказать, что «Галактикас» занимает у нас очень хорошее 4-е место, потому что еще в середине чемпионата у них были 7-8 места, и было сложно предположить, что она будет меняться в своей игре. Ну, я думаю, что они все изменили в лучшую сторону, и вот как сейчас видно, постарались, но действительно заслуженно с 46 очками ворвались в 4-ку. Да, конечно, без медали, но тем не менее 4-е место, я скажу, это очень хороший результат, потому что не каждая команда его может себе предоставить. А «Галактикас» постарались, как результат, заслуженно в 4-ку. Да, а теперь команда «Юнион». Эта команда, конечно, у нас такая, я бы сказал, непредсказуемая, потому что очень много часто гостей в этой команде. То есть многие игроки играют за нее, потому что хороший там капитан, который часто как бы зазывает свою команду помочь. Иногда действительно не хватает игроков, иногда просто накладки других игроков, которые играют в разных лигах. Но тем не менее, они замыкают десятку. Вот в запасе 20 очков и достаточно хорошие результаты, я могу сказать, потому что я думал, что все-таки она окажется в зоне вылета, но этого не случилось, и она сохраняет для себя место в нашей каталоге, и я думаю, что ей надо что-то менять, потому что так не может продолжаться, не может продолжаться лишь потому, что многие игроки там стараются, борются, но что-то не получается, и, наверное, из-за того, что очень часто большая текучесть игроков, нет сыгранности, а сыгранность в футболе это очень многое значит, поэтому я думаю, что Каскадский что-то поменяет, и я думаю, улучшит свою игру уже в будущих матчах. И следующая игра тоже не состоялась. Эта команда «Столица» держала техническую победу против команды «Корсаж». И, исходя из этого результата, у «Столицы» серебро нашего чемпионата. Всего-навсего одно очко ей не хватило для того, чтобы побороться за первое место, потому что я бы сказал, что у нее были все шансы, но, к сожалению, непредсказуемый 24-й тур, в котором она сыграла ничью с Голливудом, поставил точку в этой, я бы сказал, эпопее, потому что «Кумовья» — та команда, которая все почти свое игровое время боролась, очень уверенно шла вперед и приблизилась под самый конец очень близко к «Столице», а вот в 24-м туре из-за ничьи «Столицы» с Голливудом смогла обойти ее. Я считаю, что «Столица» — та команда, которая техничная, очень грамотная, очень дисциплинированная, потому что никогда никаких споров нету, никогда нет никаких проблем у них с приездом на игру, всегда люди готовятся, действительно играют в свое удовольствие и хорошие результаты показывают. Но могу порадоваться также за «Столицу», так как они сегодня провели свой первый зимний кубок и одержали в нем уверенную победу в финале, поэтому это может быть как-то компенсирует такую вот маленькую неудачу. И я думаю, что «Столица» поборется в следующем году за золото, если она останется в нашем чемпионате, и сохранит достаточно хорошую, качественную игру, как она была вот в этом году. Молодцы, ребята, я их действительно и уважаю, и хорошо к ним отношусь, потому что очень качественно они играют. Итак, следующая игра — команда «Детройтс» против команды «Винтергарден». В этой игре без сенсации, в принципе, как предполагалось, команда «Винтергарден» обыграет, обыграла счет в 6-3. Наверное, все-таки постарались, потому что последний матч у них был, они хотели как-то побороться за 4-е место, но, к сожалению, не получилось этого сделать, потому что и «Галактика» содержал победу, и уже исходя из этого, «Интергарден» занимает 5-е место, это окончательно, имеется в запасе 45 очков. Я думаю, что это команда, которая очень хорошо играла и в прошлом году, только вот в другой лиге, на другом поле,
Ну, в этом году они так усилились, потому что могу сказать, что качественно они играют. Очень хорошие у них опорные полузащитники, которые всегда борются до последнего и очень качественно мешают игрокам, противникам что-либо делать вблизи своих ворот. Поэтому молодцы, команда Нидергарден. Я думаю, что это хороший результат для них, потому что они остались довольны в этом чемпионате. Ну, а команда Непровис, которая сейчас, уже исходя из этого матча, оказалась на 12 месте, тоже она фактически под конец сезона смогла выбраться из такого опасного места, как 13-е, 14-е. Хоть у нее также 18 очков, как и 13-го места, но тем не менее, по сумме личных голов, личных встреч против Борисполя, она все-таки выбралась на 12-е место. Я думаю, что команда действительно неплохая, но немножечко что-то ей не везет, немножко как-то хватает или техники, или скорости. Но я думаю, что это не проблема, потому что за зиму можно как-то потренироваться в залах, как-то улучшить свое мастерство и попробовать сыграть лучше уже в следующем году. Ну, а так, пока что 12-е место, и я думаю, что должны они показывать лучший результат, чем сейчас есть. Ну и последний матч, который у нас заканчивал весь наш чемпионат, команда Кумовья уверенно обыграли команду Авангард. Счет 7-2. И я могу сказать, что действительно команда заслужена, потому что сыграть 26 игр и не одержать ни одно поражение, это действительно может не каждая команда, а исходя еще из того, что есть игроки в команде Кумовья, которые играют также в 3-4 лиге, это сложно и физически, и морально, плюс подготовка, какие-то личные дела, выходные. Но тем не менее, ребята очень много вкладывают в футбол и действительно очень много получают. То есть, как говорится, те, кто старается, всегда добиваются своего успеха. И можно сказать, что Кумовья вырвали это золото, и результат 68 очков, ни одного поражения, 21 победа, 5 ничьих. Есть на тот результат, который заслужит эта команда, и благодаря которой все-таки команда все это время боролась за золото и сумела показать хороший, качественный конец сезона. Я похвалю ребят, я думаю, что они молодцы. Но про команду «Авангард» я скажу, что что-то у них разладилось после середины чемпионата. Где-то упустили, наверное, какие-то игры, которые многое решали. Но тем не менее, «Авангард» находится на 8 месте и сместился на 7 после последнего тура. Имеет 26 очков. Ну, что могу сказать? Что хороший старт сезона у них был, да. После того, как они сыграли 8 или 7 игр, вначале они занимали точно где-то 3-4 место. То есть боролись за первые, вторые. Но тем не менее, к сожалению, не все получилось, как хотелось, и результат, как мы видим, 8 место. Но я думаю, что «Авангард» — та команда, которая не первый год участвует в нашей христианской футбольной лиге, и они будут только совершенствоваться и будут бороться и дальше, потому что у ребят есть характер, но не всегда, конечно, как-то получается играть на победу у них. Тем не менее, они стараются не опускать руки, и команда действительно молодцы. Я хорошо к ней отношусь, потому что также боролся с ней в прошлом году на другой лиге, знаю, что команда молодцы. А теперь хочу вас поблагодарить за то, что всегда смотрели, или не всегда смотрели мои анонсы, анализы. Мне приятно, единственное, что есть какие-то просмотры, есть люди, которые приходят, жмут мне руку, благодарят за действительно какие-то информационные материалы. Да, может, не всегда я готовлюсь к ним, иногда это сложно сделать, но тем не менее, я стараюсь делать это от себя и делать это так, чтобы вам нравилось. Спасибо, что смотрите нас, и я думаю, увидимся в своем награждении.